Каждому мужчине очень важно быть сильным в любом возрасте и при любых обстоятельствах. И потому представители сильного пола с большой неохотой признаются себе и тем более окружающим, что им требуется помощь. Помощь врача-уролога. Проблема заболеваний мочеполовой системы имеет всероссийский масштаб. Совсем недавно в Воронежской области квалифицированная урологическая помощь была доступна не всем пациентам. Особенно сложная ситуация складывалась в отдаленных сельских районах, где не было ставок врачей-урологов. Результат – поздняя обращаемость, запущенные случаи и необходимость лечить уже не основное заболевание, а его осложнение. Но ситуация изменилась, когда в 2010 году была принята долгосрочная областная целевая программа «Развитие здравоохранения в Воронежской области» на 2011-2015 годы. В ее рамках выделили подпрограмму «Урология», разработанную научно-исследовательским институтом урологии Минздрава России по инициативе директора Олега Ивановича Полихина при участии Департамента здравоохранения Воронежской области, областной клинической больницы номер 1 и Воронежской медицинской академии. Сегодня в нашем регионе реализуется уникальный в масштабе страны проект. Мероприятия программы направлены не только на улучшение качества урологической помощи, а также снижение заболеваемости, осложнений и инвалидизации больных, но и на обеспечение доступности и своевременности оказания урологической помощи, на приближение ее к жителям даже самых отдаленных сельских районов. Воронежская область оказалась одной из первых, в которой была создана трехуровневая система оказания урологической помощи. Первый уровень – центральная районная больница по месту жительства, где можно получить неспециализированную помощь у участкового терапевта, врача общей практики или фельдшера. Второй этап – межрайонные урологические центры, организованные по территориальному принципу. Третий уровень – региональный урологический центр на базе ВОКБ номер 1, где оказывается высокоспециализированная урологическая помощь. При необходимости пациент направляется в Федеральный научно-исследовательский институт урологии, оказывающий высокотехнологичную помощь. В НИИ урологии выполняются особо сложные операции с использованием самого современного оборудования. Кроме того, федеральный центр – это так называемый уровень экспертной оценки. На сегодняшний день в области созданы 7 межрайонных урологических центров, которые могут оказывать специализированную медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, на территории областной больницы создан региональный урологический центр, который сегодня оснащен в соответствии со всеми стандартами Министерства здравоохранения и способен оказывать как специализированную, так и высокотехнологичную медицинскую помощь на уровне ведущих урологических клиник России и зарубежья. Созданная нами система позволяет диагностировать урологические заболевания на самых ранних стадиях и не доводить их до осложненных форм, что, естественно, значительно улучшает результаты лечения данной группы заболеваний. В настоящее время региональный уронефрологический центр ВОКБ номер 1 является крупнейшим в Центральном Черноземье. Здесь пациенты могут получить все виды специализированной и высокотехнологичной помощи. Уникальные операции здесь стали почти рутиной. Каждый год высококвалифицированную медицинскую помощь получает более 1000 человек. Причем постоянно растет и абсолютное количество операций, и их спектр. В составе центра функционируют отделение урологии номер 1, отделение урологии номер 2, отделение урологическое по пересадке почки, отделение нефрологическое, кафедра урологии и андрологии Воронежской государственной медицинской академии имени Бурденко. Регулярно на базе Воронежской областной больницы и уронефрологического центра проходят научно-практические конференции «Школа урологии» с участием сотрудников медицинской академии, заведующих отделениями урологии и гинекологии, а также врачей-урологов и гинекологов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Воронежской области. Многоуровневая система оказания помощи начинается с активного выявления урологических жалоб с помощью опроса. Если у вас еще нет самого заболевания, но появились тревожные нотки, просто пройдите тестирование у участкового терапевта или врача общей практики. Помните, даже при отсутствии жалоб каждый мужчина старше 40 лет должен посещать уролога не реже одного раза в 2 года. Оценить симптомы урологического заболевания с помощью тестирования вы можете и самостоятельно, не выходя из дома.
Для этого зайдите на сайт nethealth.ru, откройте тест и выбирайте варианты ответа. После прохождения тестирования система порекомендует вам, какие действия следует предпринять. Опросник на сайте подобен светофору. Если у вас все в порядке, загорится зеленый цвет. Желтый сигнализирует о том, что надо обратиться к специалисту. Красный – срочно к врачу. Здесь же указаны телефоны и адрес учреждения, где вам помогут. На сегодняшний день система организации урологической службы Воронежской области является одной из самых высокоэффективных в России. Вы можете быть уверены, вам всегда окажут своевременную и качественную медицинскую помощь. Однако помните, ваше здоровье зависит в первую очередь от вас. Прислушивайтесь к своему организму, не ленитесь пройти элементарное тестирование, а если у вас есть следующие симптомы, не откладывайте визит к врачу. Не занимайтесь самолечением. Все, что вам надо сделать, обратиться к своему участковому терапевту. Сегодня у вас есть возможность получить высококвалифицированную урологическую помощь, начиная с районной поликлиники и заканчивая областным урологическим центром, а при необходимости НИИ урологии в Москве.